Привет! В этом видео я покажу, как работает программа Аккавот. Это программа, которая позволяет работать одновременно с большим количеством аккаунтов в социальных сетях. Я уже авторизовал несколько аккаунтов, но для этого видео давайте сделаем все сначала. Создадим новую сессию. Сессии позволяют сохранять и загружать группы аккаунтов. Добавим новый аккаунт. Выберем социальную сеть. В поле «Аккаунт» мы можем указать логин и пароль аккаунта, тогда программа его автоматически авторизует. Также можем указать персональный прокси для каждого аккаунта. На вкладке «Дополнить» можем изменить юзер-агент назначенный программы, язык системы, часовой пояс. Жмем кнопку «Добавить». Видим, как программа автоматически начала авторизовать данный аккаунт. Добавляем новый аккаунт. Видим, что в списке у нас у авторизованного аккаунта обновилась фотография, имя пользователя и значок социальной сети. Добавим еще несколько аккаунтов. Давайте добавим еще несколько аккаунтов других социальных сетей. Например, Фейсбука и Инстаграма. Для Инстаграма изменим юзер-агент, потому что он продавался с юзер-агентом, на который был зарегистрирован аккаунт. Авторизуем также его. Мы видим, что все 5 аккаунтов у нас успешно авторизовались. У некоторых из них есть красные значки с количеством уведомлений на этих аккаунтах. Уведомления обновляются автоматически с заданным интервалом в настройках программы. Мы можем переключаться между аккаунтами. Каждый аккаунт работает полностью независимо от других. В обычном браузере вы можете авторизовать только один аккаунт одной социальной сети. В Аккаводе вы можете авторизовать неограниченное количество аккаунтов. Каждый аккаунт имеет свои куки, юзер-агент, прокси и уникальное значение fingerprint. Давайте проверим, насколько программа безопасна. Мы видим, что анонимность наша 100%. Программа не показывает ваш настоящий IP-адрес через флеш или WebRTC и также защищает от их обнаружения и бана за мультиаккаунт. Мы можем изменить настройки аккаунтов, прокси, юзер-агент и часовой пояс. Также вот сейчас мы перешли на другой сайт в этом аккаунте. Мы всегда можем вернуться через кнопку «Домой» на главную страницу авторизованного аккаунта. Также в программе есть модуль автоматизации. Подробнее о нем можете прочитать в блоге Аккавот. На этом все. Спасибо за внимание. Ссылка на программу будет в описании к этому видео.